Ежегодный фестиваль близнецов и двойняшек «Счастье вдвойне» прошел в парке Наташинские пруды. Этот фестиваль не только для детей, утверждают организаторы, но и для взрослых. Подробнее в нашем следующем сюжете. С родителями за ручку и на колясках в Наташинский парк спешат близнецы и двойняшки разного возраста. 9-летние София и Варвара Донских очень любят друг друга. Вместе играют и сидят за одной партой в школе. На фестивале им особенно понравилось лепить и рисовать. Ну, нам весело здесь, очень здесь хорошо, уютно. Да, что такая музыка очень хорошая есть. Очень красиво у вас все получилось. Ну, тут красиво и комфортно. Надежда Надежина – мама двух мальчиков-двойняшек. Еще будучи беременной, мечтала познакомиться с такими же родителями, как она. Спустя год после рождения сыновей мечту помогли осуществить подруги по сообществу «Мама офлайн». Не спорю, сложно одновременно кормить, особенно когда они маленькие, одновременно купать, одновременно пеленать, даже переодевать. Но на самом деле это такое счастье, когда тебя целуют сразу в обе щечки. Это очень здорово. Фестиваль «Счастье вдвойне» проходит в Люберцах уже 6-й год. И с каждым разом количество его участников растет. Луиза Егиазарян, Ирина Иванова, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ.